А курянин Михаил Кобелев стал рекордсменом России и Европы в прыжках на локте. Результат зафиксировали в Москве. Подготовка длилась около 2 лет. После недельного отдыха атлет ставит себе уже новые цели. Прыжки на локте вниз головой не только сложны в исполнении, но и травмоопасны. Михаилу даже приходилось делать 2-месячный перерыв в тренировках, чтобы восстановить руку. Результат, занесенный сразу в 2 книги рекордов – 94 прыжка. Да, испытывал волнение, потому что, во-первых, первый раз сдавал норматив для регистрации в книгу рекордов, а во-вторых, я это делал в незнакомом месте, на незнакомой поверхности. И этот фактор, может быть, даже и сыграл отрицательную роль, поскольку пол был, ну, скажем так, с минимальной амортизацией, он был с таким бетонным основанием, без каких-то переходных материалов. Вот, и достаточно было больно и тяжело прыгать. Теперь Михаил готовится побить свой собственный рекорд, хотя и на 2 сотнях прыжков он обещает не останавливаться. Хочу еще установить еще одну категорию. И пусть это будет прыжок на выпрямленной руке, вертикальной стойке, головой вниз. Потому что мировой рекорд Гиннесса сейчас 139 прыжков, а мой личный показатель 115.